Наконец-то! Дождалась! Со следующего понедельника ухожу. Нет, улетаю в отпуск. И как же хорошо, что у меня на это есть деньги. А могут ли подобное позволить себе соликамцы, сейчас узнаем. Мы копим всю зиму, копим и летим в Египет. Сегодня? Нет, завтра. У вас есть деньги на отпуск? Да. Отложили? Ну, да. Или прям изначально уже точно были? Ну, и так, то есть все в кучу. У моего мужа есть деньги на отпуск. Я свои деньги предпочитаю тратить на себя, чтобы в отпуске быть максимально красивой. Нету. А ты вообще в отпуск ходишь? Нет. Поэтому и не ходишь? Да. А у вас есть деньги на отпуск? Конечно. На какой-нибудь заграничный? Нет, здесь. В России, матушке. Средства есть, но, к сожалению, пока возможности нету туда выехать. Почему? Потому что, ну... Деньги, которые я когда-то откладываю и откладывал на отпуск, я их трачу на другие какие-то нужды. Ну, отпуск все равно это хорошо, это полезно, когда-то я съезжу туда. Ну, средства есть, но просто пока никуда не езжу. Ездила в Египет, потом ездила куда еще? В Турцию. Добавлю, по данным портала Superjob, для идеального недельного отпуска в среднем на человека необходимо 155 тысяч рублей.